Нурик просит аккаунт, указанный при регистрации. Ебать, сразу два больших. Сейчас погляди, секунду. А я там не подтверждал еще, погоди. А, не подтверждал? Да? Нет, я еще не зашел даже, оказывается. Сейчас, сяк. Неверный пароль пишет, нихуя себе. Дальше у меня в аккаунт не заходит. Нажми кнопку подтвердить, я зайду, подтвержу. Пишешь неправильный пароль. Воу. Ну, второй скелет как по заказу. Да, мне говорит, email вводи. Какой email? Сейчас, я не смотри. Не понял email. Монсат экран включи. Блять, и там еще и паука сюда. Ну, Керос крутой танк. Думаю, справится. Надо паука разъебать, а то он коконы заебет. Понял. Эмо стандарт. Да, блять, я фокни. А, нет, нет. Да, ебать, этот кокон еще и помощь лежала. Нам прибежала помощь. Чё? Это что случается с Фордрагоном, когда личу где-то ТП-шивается? Что? А что случается с Фордрагоном, когда лично УТП-шивается куда-то? В смысле? Типа он дальше там висит или что? Нет, этого типа снимают. И все. Вот перешел по ссылке, а тут вот. По какой ссылке ты пришел? Ты у меня Вов показан только. Ты экран Вова стримишь. Ура. Там полностью экран заходит. Ешечка. Боешка, блядь. Вчера в ЦЛК 25 нельзя было так? Нет. Нахуй надо. Это мне надо, кстати. И... Ой, блин. Спасибо, ну, блядь, на Кероса, на Кероса. О, блядь, там еще голос у кого-то. Нормально. Мне нравится. Не зря танковать пошел. Все, теперь ты танк. Пульцом, полноценно. А жарко. Блядь, я не буду этот стрим смотреть, там голоса дублируются. Ты че теперь начал дискорд захватывать? Ты можешь экран захватить? Я думал, почему голоса двоякие, прям кринж. Нахуй ты идешь вперед? А чё нельзя? Дефузить хочет. А он хочет еще боешь, сука. Он классно раздефузил. А, вон он, блядь, я пошел дефузить, а иду. Похуй. Порядка. Дефизиком бомб. Не сдохните, главное под морду не лезть. Ты поверни, ебать. Yeah. Под морду не лезьте, блядь. Повернул в рейд, ебать. Не, я не такой. Ты такой? Ну, Роман, да. Ты будешь что-то сбивать в этой игре, ну? Кто? Да я к Роге нашему обращаюсь. А-а-а. Да, ну, ты что? Рога вагон. Тебе в ротацию входит. Откуда удар по почкам у скелетов? Откуда почки у скелета? Ну, примерно там где-нибудь. Как он дотянется, он залазить придется. Ну, по ноге залазит, короче. Залазит. Я просто этот француз. Это в пацанах, который француз там такой есть, да? Оба ему сбил он своим самым уперством. Даже лог сбивает, а рога нет. Да и похуй.
локов это в ротации. Ну, по-моему, вот так. Держите, милые ахиллы. Не держите его, пусть... А, ну, по себе зависит. Да я сдал уже, ну, все, сколько он. Дыхаю. А груз повысили просто. Сейчас, минуту подождите, сейчас я посмотрю, что там с отжарком. Не могу понять. Да, рыбу поставь. Пока рыбу поставь. Да ты опять экран захватил. Там рыба стоит. От Вовы, ты можешь весь экран захватить? Так весь экран и захватил. А вот, ну все, ну а что ты Вов тогда показываешь? И вот по ссылке пройденной, нахуй, что говорить. По какой ссылке ты перешел? Ты сброс пароля делаешь? Нет. Блять, нихуя себе только кладывал сброс пароля. Смотри, блять, вот, просто логин и пароль ввел, и все. Пароль сбросил. Я думаю, что я зайти не могу, блять, я уже пароль сбросил. Да ты охуел, что ли, нихуя никуда не тыкал, нахуй. Сейчас погоди, у меня, блять, не заходит. Вот и все. Что за хуйня? Сейчас, погоди. Ой, бля. А два костяных кольца же нельзя носить, да? Нет. Угу. Значит, просто... А, блядь, что за прикол? У меня похоже кольцо на танке. А? У меня похоже кольцо на танке, буду добр. Там, да, есть два похожих. Одно с этого, с кораблей, по-моему, падает. Про вот этот мейл написать сейчас. Сколько кольцо стоит? Не знаю, надо посмотреть. Я не помню, какой там. Я за двенашку покупал, по-моему. Сейчас я сброшу пару. Ты покупал за двенашку? 80. Ну, это давно было. 80. Я короче, после рейда разберусь, нормально сделаю. Все? Я не понимаю, не могу зайти на сайт. Нормально? Все пароли заносили, и все. В игру не могу зайти. А, что с паролем? Да потом разберешься, все понял. Давай, Андрей, у тебя есть время поменять пароль. Ломает, продадут аккаунт, нормально. Потом разберешься. Так через mail, надо же подтверждать его будет. Я подтвержу потом. Mail, я сам mail не помню. Все? Дайте лапку обнови. У язвы нет лапки. Все, гол. Давай, добавим. Все, выпьем. Вот, все, погнал. Герн. Блять, накроет этот мир. Блять, у меня игра нахуй зависла. Ну блять, это заебёшь. Чё за хуйня? А чё за хуйня? На, у меня сервак. Блять, быстрее бьём, пока он не вылетел. Я уже, блять, вылетел. Он ещё здесь, а эти... Блять, это исчез, нахуй! Танку-танч. Это как у Сани был, он меня спулил и, блядь, вылетел нахуй. Танку-танч. Блядь, заебёшь. Ну я не виноват, это, блядь, сервис нахуй. Держите, пожалуйста, умоляю вас. Я хочу выжить. Давай, я под вилки потанчу. Да всё, падает. Я выжму. Да я не виноват. Это всё сервис. Блядь. Это ЦВК точно нахуй? Да? Твои время десятки. Танк просто с пулава летает. Веселее было, когда 4 совы выки тогда, блять, и на чемпионах лайпнулся. Ебать, ну там еще сетап такой жесткий попался. Бля, у меня все сбросилось, хуй. Да умрите, блядь. Двигаться, может, уже умрешь? Да не бей, да, извините. Сейчас. Он еще раз не вылетит. Чапать, мы еще живы, нахуй. А, блядь, сдохнет. А, блядь, не бей мою собаку, сука. Я сразу сдох. Кости для жертвоприношений. Есть, а тут же этот кузнец есть вначале. Починиться можно. Угу. С правой стороны. Я имел в виду за твой счет. С правой стороны табурен стоит. А, ты хотел жюс. Я доверяю лишь на хламоботу. Чем могу помочь?
Да че, у меня прям с пула вылетело нахуй серый. Прикольно. Да, здесь у тебя так с пула вылетать будет. Да у меня никогда не вылетало, блядь. Ну да. Кому ты пиздишь, что РБК? Вспомни, когда ты хилил, начинал хилить, блядь, тебя выкидывал. Бля, это не моя проблема, это Сирус был. А сейчас что? Это Сирус. А сейчас мы на другом сервере. Баф остались, нормально. Хватит во всем обвинять Сирус. У тебя осталось. У него всякую она добавляет, блядь, потом сервер. Норик, ставь свою одну. Этот маг, дай столик. Сейчас поставлю. Так, все? Подаю. Там на месте бежит. А где Джису поставили? Блядь, не могу тыкнуть, у тебя юбка загоражена, иди, блядь. Так нет, у него ничего нет. Так не стол! Ёбаный в рот. А где стол? Юбка загоражена. Сука. О! А где стол, блядь? А. Юбка ебанутый, блядь. Чё, го? Всё, го, погнали. Ща рыбу пожру. Я дал. Печёночек копай. Зачем на меня СС, я не сдох. Винтус, будешь харабу хавать? Вот она стоит. Он веган. Не, ну надеюсь, второй раз не вылетит. Бля, если второй раз вылетит, надо, чтобы там кутанчил тогда. Ага. Да я не знаю, я первый раз такое с пула нахуй вылетел просто игра. Это потому, что ты раньше ДБМ пула загрел. Вот Абдалю ДБМ нахуй. Это... Все, раньше ДБМ пула не агрит. Блять, кашет игру это ДБМ. 4, 3, 2, 1. Все вылетело. Нормально? Гера. Нормально. Нет. Что это за залупа? А что, он назад пошел почему? Это он паук танчит, потому что... Попятился. Не танчит. Не танчит. У нас 7 игра у него. Что это он паук ушел? Это срыв агро был. Мишка не... Ну конечно, блять, он крутится, хуя. Блять, как я тебя агро наберу? Блять. Думал, ты должен за ним уходить, в смысле? Ты чё, от него отходил? Вот тут за шипы и репу дают, у меня созрел и хороший план. Что тут, бояшка? Бринтроль упал еще. Да, кстати, бринтроль хочу. Она вообще не падает в 25-ку, ты видел ее? Я видел на прошлом году. Что такое бронетроль? Троллей хуярят. Гитары, блядь. А, вот, вижу, наружу блинтроль. Если ты видел ГДК, то с блинтроль... Какие с неё модельки страт тогда, чем вы хотите? А? Все ГДК-шники хотят. Тише по троллей. Давай, Кирусь. Так, мелики, подходим ща. Да. Тут полетел аж. Да. И обратно. У меня какое-то проклятие прока на сове. Любая, у любой совы больше, чем у меня прока. Я не знаю, как бороться с этим. Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит
Все время еще, когда при пуле Геру всегда дается тогда, когда у меня уже проки пришли. У меня тоже, да-да-да, в 25-х. Блять, все такие, а Геру? Да. Сука, у меня уже проки прошли. Я просто как дебил этот гнев, блять, спам, который в ГКД упирается. Для нашего господина нет ничего невозможного. Ебать, керусь, блять. Это не я. А кто? Кто туда хуйно? Ну ты? Талант кинулся, нет? Нет, там один чел. Ну ты же. А собака, мне кажется, сагрила. Не, не собака, у меня послушный. А КВ в десятке, как и в 25-ке, на чумку? Да, да. Нет. Чумка. Не, чумка, чумка же. А, я не чумка, был. Чумка, чумка. Я не был в десятке на этом, когда еще. Сейчас как Дагу, да? Да, на два багровых с десятки и банули, так что на следующий день. Классик. На мне. Выхилит. Да не умеет, не убьет, наверное. ДЦ же есть. Берете себя как танку. Ну и бесики погибают. Почему написано, что без дамажится на 80% меньше, при этом дамаг как мне по мне доносится? То есть там где-то 800 или тоже 800 по бесу. Все, погнали. А можно мне ПС кидать с него? Мне и надо ПС кидать. Инер под ДЦ, да. И можем начинать. А, припод, ты все равно не пьете похуй. Все, иди, там уже выше твои. Уже? Да. Да, что-то будет. Ебать. Нормально. Потратил. Ебать, ты рвал. Батьки Русь, на. Там сорвался. Я знаю. Блять, конечно. Типа два на пулю хватит. Ну я на пулю сразу, потому что это долго шли. Бля, трапа никогда не появится, да, я смотрю. Да. Сам пойди положи, что-то поделать. Он же, блядь, черный выстрел взял, он понадеялся на трапу. Поможешь? А у нас ничего по не сывы, да? Не, зачем тебе? Если тебе не без. Ну, блядь, ну чё, в себя поверил? Давай, теперь выйдите. Майн контрол, смотри. А чем 10 гер отличается? Что тут еще добавляется? Десятки. Контроль добавляется. Только контроль? И моб четвертый с лестницы. А, типа 25-ка в десятке получается. Ну, ты про десятку или про 25-ку спрашиваешь? Про 25-ку гер. Ой, десятку гер. В десятке в контроль челика берет. Добавляется моб как с лестницы. 25. Жесть. Ужас. Чё, на Энха возьму, ебать. Ну, кстати, на Энха неплохая вещь, на самом деле. Да, с критом. Крит и сила атаки, да.
Охуенная. Вдруг когда-нибудь пригодится. Ой, я выиграл. Не пригодится. Вот беда. Спиздил. Что, пробежим просто? Да, лучше разъебать нахуй. Чё да, там? Да, го-го-го-го. Бой будет Пейки. Потом. Разъебем? Да. Все, я уже начал тем более. Если я три подряд вот этих взрывных выстрелов даю, я теряю три тика в сумме. Вы видели, там труп пополз куда-то по полу, блядь? Да, он всегда ползет. Ползет так. Он думает, что мы альянс, но, увы. Знаете, это музыка целопаша не заебала. Выключи. Как ты не привык без музыки? Твою включи. Мне на синдре нравится музыка. Тоже а еще, а еще что нравится на синдре? Вайпаться. И до чего говоришь уйди, а он не срывает. Я, кстати, на пушку, я на пушку, ребятки. Я тоже. Йо, бля, какая вам пушка, бля? Вон пушка. Стрелять. Не надо играть ханту пушку. Ну-ка я сейчас в палку залезу там. Буду стоять. Все взяли? Главное не сдохнуть. Я за барьер вышел нахуй на КГ. Что? Какой барьер? Какой барьер на ТГ? Короче, пусть на пушку Челандор и я здесь сядем. Остальные полетели. Эй! Локтар Агар, понял все. Блять, не хочу летать. Да, можешь на корабле остаться до станку, а мы остальные полетаем. На корабле. Да. На корабле станку, да. Ну ты ретрик. Кто это там вдалеке? Хурюк, мы с тобой полетаем. Хабай, а ты. Эффективное распределение сил. Ну да. С охотнику твердили пушку. Один коммунпоинт, другой лок. Сразу не надо прыгать, да? Или сразу? Да нет, подожди, не торопишься. Хочу на палку запрыгнуть. Здорово. Здорово. Привет. Почему я в них стрелять не могу? Нага, танчи. Все, полетели. Ты бы еще выше залез, чтобы я мог до них доставать. Я залез. Все. Закладываю бомбу заранее. Все, мы не улетаем. Слышал, Саш? Пушкам кулаки бафни. Кстати, да, кулаки по пушкам работают. Хуясь. Я забыл совсем про это. Их бесы взрывают. Вы на бетон единиц больше дают? Не знаю, но все равно они дают больше. Это заметно прям.
эти пушки! Артирщики, заряжай! Пехота, сержанты, в бой! Как ты смеешь? Сколько стаков там уже? 39. Нормально, до конца постоим тогда. Да, мне прожимки еще. Что, можешь музыку кто-то включить? Я свою слушаю. Блять, я думал упаду сейчас. Труба. Все, смотри. Труба? Ебать, да, наконец-то, нахуй. А на инха топорик этот идет? Да, заебатый топор. Да. Бери, бери. На инха заебатый топор. Кстати, да. Больше тут, ну, ФДК, наверное, нет у нас. Я отказал. Ебать, ой, эту трубу забрал. А кто трубу хочет? Двигал. Я очень сильный. Я не хожу 2 месяца. Я запускаю? Запускай голос. А, запускай сам, блядь. Блин, сейчас. У тебя есть амнезия? А, тут нет. Все, попробуй с черепком побить. А, ну вот та хуйня, конечно, хуевая, вот эта, которая вспышка с ульды, блядь. Какая вспышка? Крит и прок на 800 СПД. Это типа талика? Угу, только похуже. Так похуже. Тут талик 20 секунд висит. Ну да, это 10 вообще за сколько. Ну я не помню, сколько у него, блядь, 70 секунд или меньше, блядь. Ну что-то тоже в районе 70, наверное, или 90. А на всех труба огонь. А талик еще лучше. Заебись. Ну, да ты лукилай не сролишь. Забей. В следующий раз грилита выставляй. Все очень приятно. Я хотел сперва грилита, но потом говорят, мне сочный кекс ролит. Ну я ладно. Ну ладно, сам паролю. То токены забрали. Икен теперь топовый. Шамай. Дерм. Блядь, я не стоит печать убил.
Я не знаю, как свой ДПС увеличить, но просто апа не хватает, видимо. А ты все рейсит? Да. Лук новый нужен, это 100%. Золо мана. 40, 10, 25 хотя бы. Типа 14к на выходе. О, слабенько. О, я косарь 300 ДПС дал. Ну, жесть. Блять, одно и то же падает. Вот эти танковские запы. Когда воля не упадет. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с... Какой лол, блять. Вы чё? Хочу так же. Да. А как же блинки? Я не Эльдар. У тебя локовский портал есть. Портал-то поставлю, да. Да, вперед поставил. Ну так вот. О. Ландор приступает к заданию. А раньше не предлагалось. Нет, раньше... всегда предлагалось. Не. По-моему, не предлагалось. Раньше сам. Че, да. Правого первого убьем. Там вдруг сейчас у нас танку неправильно отведет слизь и все, на. Ты можешь слизь вот это. Агро всех? Да, всех, да. Хилу же. Что? Бери метку. Какую метку? Которая на мне, блядь. А, блядь, меня пуш. О, нихуя. Потому что я пуш, пуш. Пуш, пуш. Крутим до... Мне кажется, кто воняет. О, две боешки топовых. Я пока не могу прочитать это заклинание. О, ничего себе, победа. Один кушак сролил другой, другой пояс, блин. Один-один, другой-другой. Осталось оправдать тебе боешки, которые не упали. Ой, она миллионы стоит твоим боишкам. Я ту, которую вчера упал, не могу продать. Уже сутки почти. А чё вчера упал? Да, шея какая-то. 13к уже 9, кстати. А, которая на ловкость. А, нормальная шея. Я бы её даже продал. Опять на неё тоже. Можешь за угол быть? Нет? Нет. Ну как Херус убил. Херус маленький, сам знает, как правильно. Да. Маленький медвежонок. Да. С пола, которого влетает. Агрос рвает. Сейчас цепну, но я агрос рву, блядь. С ленточка упадет, интересно. Прелесть агро. Что? Что? Они не баф или баф ленточки в прелести. А так всегда висит или нет? Это плюс 15 ДПС. А вон ленточка. Подожди, по-моему, если на ней есть ленточка, значит она выпадет. Да, блядь. Вон ленточка висит. Пиздец, опа, на. Шалава, блядь. На. А чё, а где бомбы? Опять забагалось? Да и похуй на мобов, блядь, честно. А как же шею? Опять ленточку по кругу пустим. Не, нахер надо. Нахуй надо. Много времени занимает. Мне ее отдайте, хотя пусть вот там. Дайте. Он мобы выяснил. Ка? А, где?
Хуй тебе. Наебали. Хуя не ленточка. Да это карга, блядь. Войд, забери с него мусор. А что ты хотел с него? Арктический мех забрать. А что с них арктический мех забрали? Нихуя себе. Прикольно, да? Ты откуда, блядь, так рано поступил? А я сам не знал. Откуда информация, а? Я помню, барейка с нее просто дропалась. Я этот дух от сил природы поставил, если что. Тотем можем не ставить. Право, лево. Да направо. Берите мусор. Ловушки еще будут. Минтус. О, плюс еще практически. Иннер Минтусу надо закинуть. Вообще без маны. Меня превратили. Ура. Победа. Теперь ты слезь. Ну, это ты делал. Ладно, вы меня присмоните. А ты где? Я пошел менять спек, я не хочу тратить камушки на целка 10. Блять, камушки не нужны. Блять, вы мне еще квест на первого босса не дали. Так ты на Жараксу взял. О, нихуя тут боешка упал. Я выки даже не был. Прикольная боешка. Пыли мы. Мысли не был. Не был, я скотал. Да. А, поставишь шкаф тогда. Кого скота ты был? Скота он был. Скота он был. Скота, блин. Ну какой нахуй кот? А он сагрится, интересно, если с него навести? Да. Не наводи сообщение, включай его в таргет. Так, я, пожалуй, выйду из этой комнаты, но... Все? Сумолен? Шайтан паука еще. А он здесь? Че там по бафу? Рыбки нету двоих, ничего страшного. Престол баф. И каску надо по Шайтан-пауку. Катку обновил. Все? Да, вон, добавим. Да я видел, кто-то там что-то сделал. Один. Да ёб, блядь. Куда он пошел? Да куда? Блядь, еще мимо трапы, нахуй, сука, ненавижу тебя. Вот смотри, трапа стоит рядом просто. Давай, падла, блядь. Смотри, наступил. Работает. Все, люблю тебя. Вот, Леда. Заливает. Да я вижу. Падла. Именно где я стою. Мне кажется, эта игра мне что-то сказать хочет. Бля, я не хантам. Бля, ну суп. Ну да, спасибо. АУЕ, АУЕ забираем? Таня, забери. Ну ты бы больше агрил. Ну блядь, ну да давай. Блядь, я не агрил. Рывок забери. Еще, ой, рык, блядь, давай. Какой рык? Его не там. Давай, рычи. Тихо, кстати. За кринж, нах. Ой, блядь, слово, блядь, какое-то, нах. Кринж, блядь. Нах. Кринги, сука. Кринги. Где бы выучили новое слово?
Блять, ну дай хотя бы по образованию это кругозорному расширять. Диглс, он тебя не любит, он на тебя только кидает слизняка. Надо, чтобы потом Диглс, блядь, не откинулся, если он единственный с болезнью будет. Единственный, но мне вот вообще нихуя нет. Постой, единственный? Это надо в лужу поставить? Нет, это надо, чтобы на тебя инъекция была. А чё такое? А, язли вон еще есть, нормально. Будем язли, как зеница ока хранить. Хорошо. А где дебаф? О, смотри, еще на энку упало, тебе ебать везет. Нихуя. Уже две пушки собрал, считай. Одну влево, другую вправо. Я взял слизень. Да, слизень исчезнет, забейте на него. Запустите только. А чего дебафа нет? Блять, исчезнет же, надеюсь. Да нет, вроде бить его надо. Ты должен исчезнуть. Он не восприимчивый же. Да. Двигался, кстати, да, дебафа нет. В смысле? Эмон. Там лужа еще разливается. А у кого? Дебафа нет. На трех человек, на четырех, на пятерых, короче, есть. А, блядь, стан мне дал, нахуй я лежу. Нет. Ну и лежи, ебать. Блядь, слизь не исчезает. Она еще лужу разливает, че за хуй. Он, блядь, там сейчас силы спамнится, сдавайся, блядь. О, хуйня. Да его не убить. В смысле, убить его? Поляма, ебать. Три. Мини-босс. Стопай ДПС, заходим в лужу, ебать. Нахуй квест, да? Блядь. И все в лужу полезли, красавцы. Все через лужу. Не там. Прямо. А слизни это нежить? Не слизни. Давай, между двумя лужами пробегаем. Смотри, какое, блядь, приключение, нахуй. А куда он идет, бля? За войдом. За войдом идет. Цепнух и сорвай так. Я не могу перетопать. Ну. Wait now what down. Давай он там еще разольем лужу около босса. А вы говорили, что шаман не держит агро. Шаман и танк, блядь. Блять, на. Каждый день что-то новое, сука. Высерус. Сдавай еще в стену, он уйдет, блять, это вы. Ну тогда помнишь, на чем Валькира не умерла? Да, блять, ты еще осталась живая, нахуй. Пау, уходи, блять. У нас ГБР Гнездев есть? Нет. По крайней мере, я не видел. А он мага попроси. А вот он кого? В два. Давай. Можем в одного пойти? В одного успеть. А нет, в два оставим. Просто на просвет все равно нужен будет. Да. Все, босса раздобаем. Че там по бафам? Все есть. А че Серфи прощается? Пошел. Да он сказал, через час выходит. Ой, бля, двигался. Ну прощай, да. Чё, ну и как дела вообще? Мили занесли. Споры. Это я вижу споры. Ой, блять, а где моя мана? Нет маны. Джагу кинь. Ну добрый, да. Ой, блять, где её нахуй? Меньше пить. По ДПС не хочешь? Быстрее бьем.
Блять, на том боссе у меня ДПС выше было. Это что-то не кропает, нихуя. Ну, видим, да, чисто. Выбирай, Саня. Все? Там? Нет, как бы нет. Берегитесь. О, блядь. А, блядь, по груду догоняю. Саня, ты кнопки там нажимаешь? Нет. А, на мне. Я пошел. Фарс. Пошел в ордедезон. Можешь разносить уже. Я в ордедезон пошел. Это... Угу. Что-то мне все сбегают справа. Ну, ладно. Мне вообще пофиг. Сейчас я под аспектом съебусь сразу. Сдавайся квест. А что тебе череп, кстати, надо на ханта? Ну еще одну дробяшку выпал. Ебать, реально, возьми. И кольчуга выпал еще. Я бы потаскал нас, череп не так. Что бы. Что ты реально эльфа хочешь собрать? Да не. Не, если надо, таскай. Лучше пускай на ханте будет. Я пока, блядь, еще Т4 не собрал, нахуй надо. Ну да. А куда? Да там сейчас эльфов лучше через хвост. А, кстати, гол. Не, блядь, квест дадим, иди нахуй. Квест начали. Да, блядь, сейчас еще проебем квест. Да, блядь, первого раза профа нахуй убивали. Бля, я все равно, нахуй. Сейчас ты с пула вылетишь, ты гарантируешь, что ты не вылетишь? Не, не вылечу, блядь. Да, да, да. Это была проверка от Сируса, нахуй, блядь. Да все там уже, чемпионы Орды побежали убивать квест. Не сдавайте, да, пока что. Я лично чемпион Альянса, да. То один раз админа пришлось вызывать. Прилетел только. Мы тогда его вызывали, когда это краш. Ну, а прилетел Джин, да. Ну, я такой сорю, в рейде какой-то чел появился, блять, хотя его никто нахуй не приглашал. С припиской Сируса. Да, с припиской Сирус. Такой... О, боешка. Это кому выпало? Мне. Нифига себе, 750D. Смотри. Старая боешка зовут. Бля, даже без аметрии на неё. Старую боешку сейчас зовут. А где мой мешок, нахуй? Бля. Вот Зула, чем крыть будешь? Величественный циркон, ну ладно, подороже вот. Ой, счастливо жерели. Хорош. Ого, можно мне такое? Уйдет на хэнтон. Напомните мне кикнуть его потом, да. А, вот я думаю, может... Багруху выбил, то да. Ну, Багруху, да. Навара перекинуть, да. Может, Навара моего перекинуть? Хороший нет, идея. Его. Локи, иди, раздефьюзьте. Да нахуя, пошли трэш это тихо, как раз лон меткой защитно. Подождите, всех подождите, там и это бежит еще. Не идите, подождите. Там собака бежит. Патрулим его. Нахуй собака. Он на месте только бежит. Ну, в этом вот, опа. Не, чтобы активировать, тебе нужно дальше жуков пройти. Блять. А чё? Надо дальше жуков пройти, чтобы она... Зайди, хан, ой, да? Хан, бля. А ничего. Да нормально, он говорил. Ну. Нельзя взять. Чё, Войт, как тебе вчерашний рейд? Да нормально. Есть надежда? Ну, конечно. Чё, здесь синдром лича ебанём до Халеона? Халеон, в принципе, не сложен. Вы там до 100% материальности его делали? Не, на пати не делились, я смотрю. Это, блядь, ебанутым надо быть по такой тактике бить. А мы по такой же будем бить? Не, нахуй надо. У них там от нечего делать уже, херня, что ли. Они типа зазергать решили его. Сперва там перевести, потом здесь.
Я-то думал, видишь, что смена материальности каждые 5 секунд будет, а она была каждые 15. Ну как бы нормально зергать, и так можно. Только порталы слишком часто меняют положение. Ну, я видел, да. Аня в куклу сядет. Я синхрон. Все, садись и сразу. Погу. Выпил? А ты как думаешь, да, такой? Опа, это что такое? Я врал нахуй. Бать. Я заебал. Заебал. 15 кдпс, да. Пути, ебать. Лужа разолет я. Разлил уже? Хуя, чё он так далеко? Блять, у меня не будет это плюнуть. Я нечаянно выпил вторую лужу сразу. Где? Милики, встаньте похуй. Кринж. Сейчас уже перед... А нет. Встаньте перед нами, быстрее. Кринге, блядь. Блядь, Саня. Быстрее, киллшот в одно место, встаньте на нас. На, всё, пока ничего. Бэр есть? Давай, блядь. Где он? От куклы возле лужи, блять. Какое время будет забрать? Блять, где он сдох? Здесь где-то. Нихуя его отбросила. Вообще фоти выбрать или там в воду. Пиздец, блять. Там улетел на другую сторону комнаты. Да не говори, блять. Пробафайте сразу каски. Отведу сюда. Сам себе каску дашь. Да, я уже там. Сейчас красную выйдет, смотрите. Вязкая жидкость. Химическая. Ну, блядь, ну ты должен под стенку их отводить, ну... Иду ся. Вообще не... Кукла зашла, блядь, вообще не видно эти минус. Вот так вот? Вот так вот, блядь. Вот так вот. Скотина. Скотина. Блядь, пельмешки, ребят. Для меня верда... Похиливайте меня. Минус. Химический эксперимент. Милики, это иди. Бомба. Эксперимент. Да. Ты должен сам отводить их. Да, ну как они тебе пройти должны? Ну как они пройти должны, вот скажи. Милики, они подставились нахуй. Они подставились, понял? Вы еще не поставились. Я отводить уже. Плюнешь? Да. Все, милики. Мстители, общий сбор, под лужу нахуй. Нормально, похуй. Не так же было. Надо добить, надо добить. Да ты заебал! Сука. Второй раз на меня. А почему ты находишься? Да, почему ты находишься там, блядь? Я стоял там, он меня откинуло в сторону. Ты должен стоять спиной. А кто это? Ты как куча стоял. Чей этот вин? Арканавт. Лейтенант Куча, нахуй. Давайте. Лейтенант Куча, нахуй. Блять, Куча, столько. Красный. Красного убейте, блять, не переводите профа, сейчас он пиздов нам даст, иначе. Лейтенант Куча, блять. Сука. А кто он, сука? Куча, блять, стоял, Куча. Один под колбу, блять. Все, сейчас. Блять. Все, перевели, заебись. Ну все тогда. Будете вести где надо. Че, может, все, где? Там, если что, лайфхак для Роги, там вроде как ванишь, когда нажимаешь, слизень тебя теряет. Я нажимал. А че, все равно сдох? Блин, ладно. Куда ты ведешь? Обнаружили. Я ты повел. Блять. Куда он повел? Служу начинаю. Нормально. А че, Гера будет? Давайте Гера. Бля, вот так вот на старте убивалось, на. Пиздец, лагон. Куда ты отводишь? Да, бля, там даже лужи нет, куда ты отводишь его? Блядь, он просто отводит там лужи нет, но он отводит его. Заебали.
Блять, сколько места просрано, ты посмотри за него. Нормально. Не, он же не маленький, знает. Ну. Вы видели маг пельмень своём? Да, я видел. Он еще так медленно к нему подкрадывался, но все равно не успел среагировать. Ну, вчера пельмени тебя кружили, просто не могу куда уйти. О, шея, с меткой. Кольчуги. О, вот эти штаны мне надо, ебать. Да я просто, блядь, дошиком не наелся, блядь. Мы-то ломаем голову, почему так? Бля, я тоже хавать хочу пойти. Ну я пипец хавать хочу. Надо быстрее закрыть, я пойду хавать потом. Пироженки. Шо это я выиграл? Лайп на валютре. Блядь, какой на валютре? Иди, две. Если Кутевкин зайдет, по-любому лайп будет. Блять, Вероника просто ушла нахуй легких мобов танчить нахуй, поебачь, там Кутилкин с Пуджей держит. Она советная, что ли? Да-да, советовала нам, блин. А потом уже на это.